Всем привет, вы долго ждали эту реакцию. Что ж, приятного просмотра. Патриций повидал немало на своем веку. Иди. Тут мы друг друга поняли без слов. Ведь у нас очень чистая любовь. Вчера моя мне возразить решила. Так я как въебал нахуй. Чего? Ты поднял руку на свою девушку? В смысле поднял? Она периодически меня пиздов выхватывает, чтоб шелковая ходила. Отец решил помочь дочери выбрать ее первый бюстгальтер. Так, заходим, Кристина, заходим. Папа, мы уходим отсюда, папа. Я ничего здесь с тобой выбирать не буду, я буду выбирать с мамой. Ну, здрасте, приехали, но мам, ну в командировку уехала и будет через неделю. А у тебя уже все началось. Что у меня началось? Девушка, нам тут подскажет по маленьким сиськам или нет? Папа, не ори! Дурак, что ли, что ты орешь? Все, берем вот этот. Ага, сейчас, да, конечно, нет. Че, дурак, ты сам меня привел? Я хочу красный, цвета страсти. Да, я тебе сейчас куплю вот этот зеленый, цвета учебы. Почему? Школьная доска какого цвета? Зеленого. Вот это и у меня школьная доска. Какая школьная доска? Все, тогда берем вот этот пушап. Так, пушап это что такое? Ничего. Это как переводится, пушап. Толкать вверх, объем, понимаешь? Как вот, бы... вот это возьмем точно. Вот, дай померяю. Да куда ты руки тянешь? Матери возьмем, не тебе. Ей надо, у нее уже все, понимаешь? Ну, псы повесили носы, так не, сказать. Не говори так! Девушка, нам кто-нибудь подскажет, где тут малосисевый отдел-то? Че вы стоите? Какой малосисевый? Хоть пальцем тыкните-то, ё-моё! Все, берем вот этот. Нет. Ты, папа, блин, ты у меня деревня, ты вообще не модный, а? Ты понимаешь, что это прикольно? Вот посмотри в мужской отдел, смотри, какие модные у всех, купи себе что-нибудь модное. Да, вот эти облепляшки я не буду носить. А ты заколебал ходить в своих парусах, папа, в парусах, мы по квартире просто рассекать. Ты у меня не папа, ты пират, ты плаваешь по квартире в этих парусах, плаваешь просто, понимаешь? Ты выходишь на балкон покурить, они у тебя воздухом вот так набирают. Воздухом. Ты за 10 лет, пока куришь на балконе, дом на метр сдвинул. Людям парковаться негде. Лидер сменился. А я поднялся. Блять, Арс! Блять, окно охуенное. Yes, подаришь тут догонен, Саш. Это самое удобное место, кстати. Мне Саш Киндер подарит. Да, то, что он, блядь, все время в моем видео самое главное сейчас болеет. То, что просто не заткнешь человека. Антош. Нет. Первый раз такое, сори, никогда. Это неправильный ответ, Антон. Выбери, пожалуйста, из этих двух любой. Серьезно? Сколько оборотов делает, типа, Земля вокруг своей оси за 1440 минут? Ну, это 24 часа. Ну? Ну, пока я в своей голове, что это нужно 1440, боже, деление, батюшки, столбик. И все, и меня уже размотало. Покажи уверенный кивок. Я готов отдать тебе все целиком. Когда я смотрю на твое лицо, я пою, о боже, да. Как ты на меня похожа, да. Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо. И пока.